Смотришь? Мама. Да. Мама? Что? Помнишь, когда мы с Ирочкой делали слаймы, и у нее не получился, вернее, у нас с ней вообще не получился слайм. Ни лизун, ни слайм, я даже не знаю, как они называются. И она тогда даже плакала. Да, да, расплакалась и очень даже обиделась, почему у всех получается, а у нее не получается. На самом деле, я разобралась, клей был плохой. Клей так должен я быть сразу и сказал, причем. Другой, да. Ребята многие написали, да. Смотри, снежинки. Да. Поэтому я заказала столько слаймов, ты себе не можешь себе представить. Да? Ну, круто. Я вообще-то не разбираюсь, я просто читала, что там различный какой-то пластилин, он растворяется в этом слайме. Ничего себе! Круто, слайм! Потом там различные всякие блёстки. Так, а что ты показываешь, Ири? Да не хочу ей сразу, там целый пакет. Хочу ей как-то это подарить, не знаю, Рождество на носу. Тише, чтобы она не слышала. А, точно, она в своей комнате. А я ору. Тише, да? Хочу как-то, чтобы был подарок. И так, ну на, доча, вот тебе целый пакет. Играйся, как-то будет не очень, не знаю. Либо на Новый год. Вау, класс. Слайм. Посмотрим, да. Ну да, но вот Рождество у нас. Она тогда, я помню, как плакала, ты что? Да, она очень любит эти слаймы, она вообще бредит ими, она постоянно смотрит различные там видео, хочет сама делать. Я столько всего заказала, ты себе не можешь представить. Такие всякие яркие, круто, такие штуки. Круто, покажешь и мне? Да, покажу тебе. Когда покажешь? Они у нас в комнате. Круто. Слайм, как классно. Мама, хорошо, давай вечером покажешь. Да, да, я спрятала специально. Всё, посмотрим. Андрюша. Посмотрим, слышим. Покажи, чищ. Да. Хорошо. Да, да, да. Короче, я спрятала у нас они в комнате. Вдруг что, посмотрите. Да, хорошо? Давай. Только главное, я хочу Ира. Кушать. Иду я чай делать. Ты будешь чай? Ну, сделай мне чай. Главное, чтобы Ира не узнала. Тут сюрприз. Какой такой сюрприз, если она все узнает? Так хорошо, ты не говори. Хорошо. Да, давай. Давай идем, пьем чай, друзья. Вау, как классно. Неужели мама для меня заказала так много слаймов? И глиттер я там слышала. Круто. Только жаль, что мама хочет мне его так поздно подарить, этот набор. Но говорю, что там всего так много для слаймов. Да, жаль, что я не могу его сейчас посмотреть. У меня вообще нет терпения. Я не знаю, как я дотерплю до Нового года. Я знаю, я должна что-то придумать обязательно. Хоть одним глазком посмотреть на эти слаймы. Я придумала. Когда родители уйдут на кухню, я аккуратно пойду и одним глазком на одну минуточку посмотрю на все слаймы. Все, придумала. Теперь только нужно ждать, пока они пойдут на кухню. Круто. Я хотела выйти с моей комнаты, пойти попить воды и нечаянно услышала
разговор твой с папой. Мне стало интересно, я дослушала до конца. А потом я узнала про слаймы, мне стало интересно. И моя... Значит, ты все уже посмотрела и увидела? Ничего я пока что не увидела. Для меня все еще сюрприз. Но мне было очень приятно услышать, что ты для меня хочешь сделать сюрприз. Я хотела все так построить, чтобы ни тебя не обидеть, потому что я не хотела испортить твой новогодний сюрприз. Ну вот и сюрприз. Ты уже все увидела и узнала, что мы хотим тебя поздравить, сделать тебе приятно. Ну просто так вышло. Я хотела попить воды не в удачный момент. Понятно. Просто в следующий раз, пожалуйста, не подслушивай, даже я не знаю, ты портишь сама себе сюрпризы. Не то, что я подслушала. Да, я сделала неправильно. Но я хотела выйти из своей комнаты и бац, будто прям удача мне под ноги. И обязательно надо было приходить и смотреть, что же я здесь спрятала. Но ты же знаешь, что я нетерпеливая. Нетерпеливая. Ну все же, ты мне покажешь, пожалуйста. Давай, покажу. Можно я посмотрю? Давай я буду доставать. Хорошо. Смотри, что я нашла. Целую коробку слайма. Вау, можно, пожалуйста, посмотреть? Покажи. Классно. Тут такие яркие цвета. Да, смотри, тут сколько. Тут фиолетовый. Их много. А, я знаю, это жидкие слаймы, которые очень долго хранятся. Спасибо, я очень хотела такие слаймы. Смотри, сколько их много. Знаешь, когда ты тогда плакала... Я обиделась, что у тебя не получилось, и искала долго-долго. Здесь хватит нам... Открыть один можно? Ну, можно будет. Мы сделаем после этого эксперимент, а не сейчас. Хорошо. После этого придумаем какие-то прикольные эксперименты и сделаем со слаймами. Ничего себе, как их много. Да, прикольные. Я еще никогда не видела так много слаймов. А это что, можно посмотреть? А, я знаю. Мам, неужели? Неужели это растворимый... Слаймовый пластилин. Да, здесь специально, видишь, есть ножичек специальный разрезать. Он сбоку. Спасибо, заметил. Смотри, да. Какие яркие, классные цвета. Знаешь, что это воздушный пластилин, с которым можно делать фигурки, насадки на карандаши и фигурки для слаймов. Да? Я пока ждала все для слаймов, чтобы у меня получилось, чтобы ты нашла подходящий клей. Я все пересмотрела, все перечитала и все знаю про слаймы. А я смотрю, что-то такое красочное. Какие-то подушечки. Пишет пластилин. Подумала, ну-ка, да я закажу. По-моему, это что-то для слайма. Это воздушный пластилин. Он очень-очень-очень-очень классный. Держи. Я знаю. Мама, помнишь, мы один раз шли покупать канцелярию, и мне дали такие две пачки. Желтую и красную. Мне попались неудачные, они были жидкие. Видишь, здесь тоже есть ножички. Вау. И специальные, смотри, пакетики. Это пластиковые шарики, и там внутри тоже слайм, но он флаффи, чтобы когда его перемешать с обычным слаймом, то была классная реакция. Я смотрела много видео на YouTube различные, и тоже хочу это повторить. Так что, ребят, ждите, потому что я обязательно сделаю про это видео, потому что да? Я очень хочу. Не знаю, прикольные цвета, мне очень нравятся яркие, такие красочные цвета. И что классно, что в каждом наборе есть... А, еще и наклейки есть, классно! Это стикеры или эмблемы. А, да? Ну тогда я посмотрю. Да, это стикеры или эмблемы, потому что это не, точно не вкладыш. А, ну да. Посмотри, классно. Какие прикольные темы. Это глиттер, да? Это глиттер? Не знаю, плюс. Можно посмотреть? Это что, глиттер? Это глиттер. А ну, это глиттер. Класс. Блестки в тюбике. Пишут 10 штук. Скрипич, латуп. А глиттер на каком? Глиттер это по-английскому говорится. А здесь английский, смотрю, вообще нету на английском. Чтобы ну, было. Ребят, это значит блестки просто. Я говорю глиттер, потому что для слайма используется глиттер. Очень классно, я очень люблю слаймы. Напишите в комментариях и поставьте лайки, кто любит слаймы. Ируш, что же такое интересное такое? Закрой глаза. Ну ладно. Это по твоей части. Интрига. Ребят. Можно посмотреть? Можно? Пожалуйста. Покажи еще раз ребятам, посмотрите, сколько ребят, их. Ребят, это разные фигурки, которые просто... Какие фигурки? Это пайетки. Это пайетки. Да? Это пайетки. Покажу ребятам. Можно посмотреть. Это блестки такие, смотри. Я очень люблю разные пайетки. Тут, ребят, есть и звездочки, и сердечки, и пайетки эти, которые... Ну, боже, и луна какая-то.
Тут просто куча-куча всего. Это очень классно. Смотрите, здесь написано 80 штук, 70. В каждой по очень много штучек. Класс. Вот одна упала. А, это сердечко. Сердечко. Они классные, ребята. Круто. А здесь есть микс. Смотрите, микс. Там очень классно. Ой, они такие малюсенькие. Боже, ну вообще, это я даже не думала, что я могу закрадываться такими штучками. Мне кажется, это самый классный подарок для меня. Я люблю разные антистрессы, но больше всего слаймы и разные такие штуки. Это вот ребят, тоже набор блесток 24 вида, представляешь? Это да. И это My School. То есть, ребята, это можно использовать. Школьная принадлежность, потому что у нас в школе сейчас очень много просто таких штучек. И я заказала, вот такие они пришли прямо вот уже, заказала много-много трубочек. А, класс, можно посмотреть, спасибо. Тоже такие цвета я лично не нашла у нас в магазине. А знаете, почему трубочки, мне кажется, мама, ты не знаешь? Вот такие вот жидкие слаймы, я не знаю, откуда ты знаешь, но ты прям угадала. Ребят, такие жидкие слаймы, мне кажется, многие из вас знают, кто любит слаймы. Просто аккуратно нужно тонким слоем на стол подтягивать вниз трубочку и дуть, и такой большой шар надувается. Я видела, да, такой огромный, как пузырь. А если они яркие, то мне кажется, это как магия, знаете? Вот смотрите, прям цвет к цвету, вот все цвета здесь есть, это очень классно, спасибо тебе огромное. Короче, ты довольна подарком? Я очень довольна, ну не знаю, это прям все очень классно. Ребят, в этот раз я решила заказать не какие-то игры, не какие-то куклы, там всякие планшеты, телефоны. Я заказала что-то необычное, чтобы Ира развивала руки свои, чтобы радовалась, потому что, я не знаю, мне кажется, каждый ребенок хочет поиграть со слаймами и сделать что-то невероятно какой-то там прикольный, огромный, весь блескучий слайм. 48 штук! Вау. Здесь 48 штук! Так еще и здесь. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, понравился вам сюрприз, который я хотела сделать Ирочке. Это очень классно. Да, если бы вы получили бы такой сюрприз, вы были бы довольны. И не забывайте, ребята, подписываться на канал Ирочка Инфо. И Андрей Ирочка Инфо. А еще писать в комментариях, кто так же сильно, как и я, любит слаймы. Ведь теперь у нас, у меня, то есть... 48 слаймов, вот таких вот, здесь 24 и тут 24, это очень классно. Всем пока-пока, ребят, встретимся в новом видео про слаймов, и спасибо маме большое, не могу дотянуться. Давайте дружить, ребят. Пока-пока, до новых встреч.